Да, это точно. Я такого пожелала, чего ты, в общем, наша беседа просто можно пройти забыть. А можно посмотреть? Нет. Нет, нельзя? Ну, нет. А, в мою очередь я хочу поздравить с Рождеством умного человечка, пожелать хорошего настроения, приятных впечатлений, также приятных поездок, больше улыбок и также тепла. Спасибо. Теперь Андрей. Нет, ну просто мы сначала с теми, кто сейчас, минуточку. Вы нам разрешите пойти собираться, потому что у нас через 10 минут уже такси. Хорошо. Хорошо. Но тогда, пожалуйста, еще буквально одну минуточку вашего внимания. Вы не могли бы сказать вот по очереди просто пару слов о лагере для нас, нафиг для всех. Ты же у нас креатив. На самом деле, вот когда все вместе вот так вот сидят и общаются, и как-то смотришь на других людей, ты слышишь их высказывания, мнения, вот это очень полезно и помогает как-то разобраться и в себе, и может что-то в себе изменить. Вот. Ну, очень было приятно с вами. Спасибо. А какие-нибудь минусы можешь выставить? Какие тебе бросили глаза? Минусы, но может быть немножечко организация. Нет, я с вами об этом знаю. На борт кверху. Лучшему. Сверху микрофон. Такие поездки еще будут делаться, совершаться, я могу в них участвовать. В том числе, если в Питер еще раз, то мне хочется будет теплую погоду посылать. Вот, а следующий четверг, 14 января, Дима, который покинул нас вчера, приглашает нас на послелагерную встречу к себе в гости. Около 5 или 6 часов вечера. Да, нет, это будет объявлено, но пока заранее вот такая предварительная информация. Спасибо.